Я всех вас поздравляю с Рождеством, с великим днем рождения Христова. Сегодня меньше помнится о том, насколько ценна праздника основа. Не просто было Богу и Отцу отдать свое дитя по доброй воле в порочную земную суету, в мир полный скорби, трудностей и боли. Такая жертва людям отдана, нам недостойным, грешным и порочным, но мысль об этом глушит сатана с наполненным идеями кулечком. Все реже говорится о Христе, о колокольчиках твердят, о снеге, о том, как Клаус лезет по трубе, прибывший на оленях прямо с неба. На печку кто-то вешает носки, повсюду цвет зеленый или красный. Традиции те даже не близки к тому, с чего начался этот праздник. Конечно, я не против доброты, чтоб в знак любви родным купить подарок, но в Санта-Клаусе-то нет нужды, чтоб доброй сказкой Рождество не стало. А дьявол так и будет продолжать подмешивать свое в духовный праздник. Он ловко смог уже перемешать с цветными яйцами святую Пасху. Я призываю верных христиан держаться чистой истины духовной и, как бы ни был красочен обман, идти дорогой праведной и ровной. Я всех вас поздравляю с Рождеством, желая, чтобы все стихотворения и песни пели только бы о Нем, о Господе в Его же день рождения. Аминь.